Дорогие подписчики, здравствуйте! С вами я, Евгения Баглак, основательница GBFace School. И сегодня хочу показать вам одно великолепное упражнение, которое поможет вам всегда иметь правильную посадку головы и красивую ровную спину. Почему осанка и посадка головы так важна для красоты нашего лица? Потому что если мы горбимся, если у нас вперед уезжает голова, то у нас постепенно начинает плыть контур лица, может появиться второй подбородок, и в принципе лицо выглядит не так привлекательно, как если вы ходите ровно. Поэтому сейчас давайте вместе сделаем упражнение, которое я рекомендую вам делать как можно чаще в течение дня, особенно если у вас сидячий образ жизни. Так, мы собираем руки в замочек, разворачиваем от себя, и теперь мы будем вытягиваться, вытягивать вперед руки и максимально вытягивать вперед весь позвоночник. Представляете, что он становится таким эллипсом. Макушка будет смотреть туда же, куда и руки. Давайте попробуем. Когда вы выполняете это упражнение, следите, чтобы голова и шея у вас была на одной линии с руками. Тогда вы максимально сможете вытянуть и зону шеи, и грудной отдел, и в принципе весь позвоночник. Рекомендую вам проделывать это упражнение хотя бы 3 раза в день, и уже через неделю вы увидите, насколько лучше вы себя чувствуете и насколько прямее у вас получается держать голову в течение дня.